Хвича, нахламдис. Поздравил с хорошей игрой Хвичу. Как дела, соперники? Такие ролики я буду выкладывать перед матчем Рубина, чтобы познакомить вас с соперником. Сегодня поговорим об Алании Владикавказ. Горят твои огни в глазах у нас. Этот клуб был основан в 1921 году. Их прозвище – красно-желтые или барсы. Но барсы нас не запугать. Алания – чемпион России 1995 года и два раза становилась серебряным призером. И, кстати, клуб основали два британца – Кэмпбелл и Соул. No. Ладно, шучу. Армстронг. Теперь о нашем противостоянии. Если брать только российскую историю встреч, то мы выигрывали 7 раз, проигрывали 3 раза и 2 раза играли в ничью. На данный момент Алания занимает 3-е место, у них 14 очков. Ну а мы идем на 4-м, у нас 12 очков. Как все говорят, это будет битва чемпионов. Ну что ж, посмотрим. Верю в наших, это будет... Славная охота!